Уже декабрь? Скоро будет Новый год? Вы думаете об этом? А о чем-нибудь вам говорит рубрика «Вся правда о трансформерах»? А? Всем привет, уважаемые зрители, и добро пожаловать на нашу любимую рубрику, где мы раскрываем различных трансформеров. Почти что от и до. Мы пытаемся, конечно же. Сегодня у нас интересный выпуск, так как будут в основном как бы и гештальты, как бы и не совсем. То есть микс. А именно будут Sky Rain, Magna Boss, Grand Maximus и Broadside. Надеюсь, заинтриговал, так что мы начинаем и приятного просмотра. Начнем, пожалуй, мы сначала со Sky Rain. Это гештальт, состоящий из 6 автоботов, и о некоторых также поговорим, так как некоторых я не раскрыл, а вот некоторых я уже успел, и можно найти, конечно же, на канале в плейлисте «Вся правда о трансформерах». Технические характеристики. Гештальт обладает огромной физической силой, которую дополняет способностями создавать голограммы, силовые поля и регенерации. Sky Rain также способен принимать четвероногую форму. И немножко биографии из комиксов IDW. Когда подводная база Гальватрона подверглась атаке объединенной армии автоботов и десептиконов, он использовал загадку комбинации, чтобы объединить Скайлинкса, Космоса, Фандеркракера, Констрикера и Слэкслингера в контролируемый гештальт, который назвал Sky Rain. Новый монстр сражался с Суперионом, пока тот не нарушил код загадки, что заставило его оппонентов разделиться. Теперь давайте раскрывать тех самых некоторых автоботов, которые не были раскрыты до этой секунды. И начнем с самого главного, а именно со Скайлинкса. И у него, пожалуй, имеется информации больше всего. Так что приготовьтесь, технические свойства. Каждый боец в отряде автоботов по-своему уникален, но Скайлинкс, пожалуй, самый уникальный из всех. Начать с того, что он единственный из них, кто не имеет альтформы робота. Его трансформации — космический шаттл и птерозавр. Затем он изначально является гештальтом, совершенно необычным. При трансформации вместо слияния разделяется, в результате чего образуются два самостоятельно мыслящих и действующих модуля, каждый из которых, в свою очередь, также способен трансформироваться в Sky, звездолет, птица-ящер и Lynx, механическая пума, гусеничный транспортер. В альт-форме шаттла Скайлинкс может без всякого труда набрать третью космическую скорость и совершать длительные межпланетные перелеты до 40 миллионов миль без дозаправки. В альт-форме птерозавра скорость передвижение существенно снижается и достигает всего лишь 400 км в час. Однако во время боя Скайлинкс предпочитает принимать именно эту форму. В ней он оказывается значительно более маневренным и к тому же лучше вооружен. Может выбросить из клюва струю пламени с температурой в 3000 градусов и точно поразить цель, находящуюся на расстоянии 3 миль. Сам же он мало уязвим, так как мощная броня практически непробиваема для артиллерийских снарядов. Ее может повредить разве что ядерный взрыв. Да к тому же позволяет выдерживать резкие перепады температур. В альтформе пуме он покрывает одним прыжком на расстоянии в 1.5 мили. Кроме того, с помощью ракетных ускорителей, установленных на спине, он может подскочить вверх на высоту примерно 13 километров, что позволяет схватить летящий реактивный самолет. Таким образом, следует признать, что Скайлинкс действительно один из самых могучих автоботов, которые когда-либо были созданы. Согласно официальным данным, его боевые качества оценивают следующим образом: сила, скорость, выносливость и храбрость 10, мастерство и ум 8, огневая мощь 7. Впрочем, как бы высоко его ни ценили окружающие, его собственное мнение о себе еще на порядок выше. Ох, какой! Личность и черты характера. Скайлинкс напоминает сжатую пружину, готовую распрямиться в любой момент. Он едва сдерживает кипящую энергию и не способен стоять на одном месте более одной секунды. Переходит из режима в режим, чтобы хоть чем-нибудь занять себя. Считает себя лучшим из автоботов. Чувство превосходства проявляется и в его поведении. Он редко находится на одной плоскости с другими автоботами. Скайлинкс либо парит над их головами, либо устраивается на каком-нибудь возвышении, чтобы все приходилось смотреть на него снизу вверх. Автоботы часто обижаются на его поведение, из-за которого возникает масса проблем. Но еще чаще они восторгаются разносторонностью, мастерством и храбростью Скайлинкса, а именно эти качества ценятся в бою. Слабые стороны. Вследствие своей привычки постоянно двигаться расходует слишком много топлива и поэтому имеет сравнительно низкий КПД. Отношения с окружающими. Скайлинкс с присущей ему беспримерной скромностью отводит себе
себе в иерархии автоботов всего лишь второе место, великодушно уступив первое Родимусу Прайму. На других он обычно смотрит свысока, причем в самом прямом смысле слова, старается приземляться по возможности на какую-нибудь возвышенность, чтобы всем приходилось задирать голову, глядя на него. Какой же хитрый, однако. По внешнему виду его и по происхождению Скалинкса, близкий родич всех зооморфных трансформеров, предаконов, кассетников, терарконов и не только. Как и они, он по рождению примакрона, однако предпочитает не вспоминать об этом и бурно протестует, когда его пытаются поставить на одну доску, например, с диноботами, считая это унижением для себя. Вы заметили, что информации имеется немало, но теперь будет столько же и о нем биографии, и начнем с первого поколения. В 2006 году, после того, как автоботы вернули Кибертрон, Скайлинкс вернулся из другого региона космоса, чтобы снова разделить свою славу со своими товарищами. Квинтессон однажды использовал внешность Скайлинкса как маскировку. Каким-то образом Ультрамагнус не смог отличить настоящую вещь от значительно худшей иллюзии и вступил на борт. Он наверняка осознавал свою ошибку после. Скайлинкс применил свое мастерство и ловкость в нападении на Парадрон после того, как планета была захвачена десептиконами. Во время операции по добыче Изидрида Скайлинкс предупредил своих товарищей о приближающихся десептиконах. Последовала короткая битва, в которой Гальватрон унес больше потерь десептиконов, чем автоботов. И Скайлинкс предложил им стратегически уйти с тем Изидридом, который они собрали. И они быстро сделали это. Когда Персептор обнаружил сигнал Квинтессона, он, естественно, отправил Скайлинкса для расследования. К сожалению, планета, с которой исходил сигнал, оказалась покрыта растительностью, что не позволило безупречному шасси Скайлинкса приземлиться и вынудило его вместо этого отправить своих пассажиров, то есть Аутбака и Бластера. Позже были некоторые проблемы, и, конечно, Скайлинкс помог своим товарищам. Теперь биография из мультсериала «Трансформеры Прайм» появляется в полнометражном мультфильме «Трансформеры Прайм. Восстание предаконов». Здесь Скайлинкс – предакон, созданный Шоквейвом после того, как тот вместе со Старскримом бежал с ними из Иды на Кибертрон. Шоквейв создал его и еще одного предакона Дарксила для выполнения грязной работы, а контролировали они их с помощью электрошокера палки. Вместе с Дарксилом Скайлинкс сражался с Ультрамагнусом и Смокскрином, в результате чего Ультрамагнус получил серьезные ранения. Когда их нашел Предакинг, вступил с ним в спор за лидерство, но Предакинг его победил и тем доказал свое превосходство. Позднее помогал автоботам сражаться с терарконами, воинством Юни Крона. И немножко биографии из комиксов IDW. Когда десептиконы забрали Ориона Пакса и Бамблби в Каон, Скайлинкс по вызову Айронхайда прибыл на подмогу и помог автоботам благополучно покинуть город. Скайлинкс доставил Оптимуса Прайма и его товарищей из Страйкса в Якон к зданию штаб-квартиры главного агентства новостей, чтобы Прайм смог выпустить с телевизионным обращением ко всем кибертронцам, призывая их восстать против владычества Мегатрона. Скайлинкс по просьбе Капа привез его единоборство в космопорт Стасрич, чтобы помочь автоботам, которые пытались предотвратить назревающий бунт. После окончания войны Скайлинкс, как и другие автоботы, вернулись на Кибертрон. Когда Айронхайд вместе с отрядом диноботов пустился на поиски авиаботов, он предложил Скайлинксу присоединиться к ним, и тот охотно согласился. На протяжении всего полета он непрерывно болтал о своих подвигах. Классический Скайлинкс. И возьмем еще биографии из трилогии «Война за Кибертрон». Перед войной высокомерный и могущественный Скайлинкс безжалостно преследовал Альфа-Триона по Кибертрону. Он считал себя достойным матрицы лидерства, благодаря своей способности ощущать ее. Однако Альфа-Трион отказался, заявив, что матрица должна выбрать своего носителя. Скайлинкс в отместку атаковал Альфа-Триона, что привело к его изгнанию в мертвую вселенную. Когда Ковчег оказался в мертвой вселенной, Скайлинкс представился Оптимусу Прайму, нынешнему носителю матрицы. Показав Прайму, что он не был таким, каким был давным-давно, Скайлинкс счел лидера автоботов гораздо более достойным матрицам, чем когда-либо. Завершив свое путешествие, Скайлинкс умолял Прайма использовать матрицу, чтобы сбежать из мертвой вселенной, пробив дыру в реальности. Однако, когда Ковчег приготовился к побегу, прибыла Немезида. Когда Мегатрон выпустил залп темной силы, чтобы уничтожить автоботов, Скайлинкс принял взрыв и дал автоботам достаточно времени, чтобы сбежать, прежде чем он превратится в золотую пыль. Героический поступок. Однако, его голос озвучили в первом поколении Аарон Кинсайд, в мультсериале «Трансформер Прайм» Нолан Норф и в трилогии «Война за Кибертрон» Шон Райт. И рассмотрим, конечно же, фигурки.
Фух, теперь давайте возьмем другого автобота от данного гештальта, а именно Трейлбрейкера. Трудно не любить Трейлбрейкера, он добродушный болельщик, всегда готов пошутить или прокомментировать, чтобы поднять настроение, когда становится темно. К сожалению, шутки Трейлбрейкера часто являются прикрытием его заниженной самооценки. Его форма самая экономичная из членов экипажа Ковчега, а его транспортный режим очень медленный. Таким образом, он чувствует себя бесполезным истощением ограниченных ресурсов. В другие дни он чувствует себя ловким пони, чьи таланты воспринимаются как должное. Нередко можно увидеть, как он хоронит свои беды в высоком стакане спиртного. И он знает, как максимально использовать обе свои способности. Но убедить его в этом сложно. Как только он начнет хандрить из-за своих недостатков, ничто иное, как сильный толчок в правильное направление, не заставит его работать. Биография из первого поколения, но его можно также встретить кое-где и еще. Трейлбрейкер был частью экипажа на мостике космического корабля Ковчега, когда он стартовал с Кибертрона в поисках новых источников энергии 4 миллиона лет назад. Когда он проснулся в 1984 году, Телетран-1 переформатировал его так, чтобы его альтернативный режим был наземным грузовиком Toyota 4WD на колесах. Трейлбрейкер сопровождал своих собратьев-автоботов в их первой миссии по остановке дитепликонов на Земле. Также использовал свое силовое поле, чтобы сдержать огонь, в то время как Уилджек использовал свои встроенные системы пожаротушения, чтобы погасить пламя. Позже Трейлбрейкер служил шпионом, несмотря на его заявленную функцию защитного стратега. Когда диноботы вышли из-под контроля во время своего открытия, Трейлбрейкер защитил себя от огненных дыхания слага силовым полем. Трейлбрейкер и Браун собирались однажды покататься и обнаружили два подозрительно выглядящих самолета. Самолеты показали себя десептиконами. С появлением инстантиконов на Бали Трейлбрейкер был среди автоботов, правившихся на расследование. Во время преследования Шрапнел использовал свой контрольный луч на Санстрикере и Сайдсвайбе, вынуждая пару попытаться протаранить своих товарищей. Но Трейлбрейкер использовал свое силовое поле, чтобы перерезать луч. Ну а после инстантиконов смогли остановить. Когда диноботы попытались продемонстрировать свою новообретенную ловкость другим автоботам, Слаг случайно поджег ковчег, угрожая Телетрану-1. Быстро подумав, Трейлбрейкер спроецировал свое силовое поле на суперкомпьютере автоботов, дав время Инферно потушить пламя. Такая биография. Время узнать, кто же его озвучивал в первом поколении. А озвучивал Фрэнк Уэлкер, а в игре Трансформеры 2007 года Стив Блум. Переходим к фигуркам. Что же, остался последний герой из этого гештальта, которого я почему-то не раскрыл. Точнее, я его раскрывал, но, видимо, не до конца, потому что я тогда почему-то пропустил первое поколение. Так что давайте это исправим. А речь идет, конечно же, о Рэчете. Технические характеристики. Рост Рэчета 6,1 метра. Вес 6,7 тонны. Его массивная тяжеловесная фигура создана с расчетом на прочность, а не на скорость. На Земле он, как и подобает врачу, выбрал в качестве альтформы машину скорой помощи. Доктор не любит воевать и вооружен всего лишь маломощным лазерным пистолетом. Но зато в его распоряжении находится целый арсенал лазерных скальпелей, сварочных аппаратов, электронных микроскопов, электроизмерительной аппаратуры и контейнеров как с охлаждающими, так и со смазывающими жидкостями. Официальный рейтинг боевых качеств Рэчета. Мастерство 10, интеллект и храбрость 8, сила 7, выносливость 5, скорость и сила 4, огневая мощь 3, ранг среди автоботов 7, личность и черты характера. Справедливо считаю самым лучшим мастером среди автоботов. Говорят, что Рэчет может изготовить все, что угодно, начиная от булавки и кончая крылатой ракетой, починить любой узел трансформера или всего, лишь бы были необходимые материалы. Но даже если их нет, медик не теряется и придумывает удачную замену. Отсутствующие детали используют то, что оказывается под рукой. Как говорили в мультике «8 дней вокруг света», используй все, что под рукой, не ищи себе другое. Он самый жизнерадостный из автоботов, прямо-таки излучает бодрость и оптимизм. Рэчет никогда не лезет за словом на жесткий диск и чаще других вступает в словесные перепалки с командиром автоботов Оптимусом Праймом, но делает свое дело так же хорошо, как и другие. Врачебное искусство Рэчета высоко ценят не только его собратья-автоботы, но и десептиконы.
Decepticon. К тому же он обладает обширными познаниями в области анатомии и физиологии многих органических рас, включая людей. И биография по первому поколению. Рычит был одним из автоботов, отправившихся на поиски новых источников энергии в Ковчеге. Там он участвовал в битве с Десептиконами, закончившейся крушением корабля. Через 4 миллиона лет был реактивирован. Когда после неудачной атаки в Бирме Айронхайд погнался за Десептиконами и был подбит, медик отвезли на базу для ремонта. Рэтчет участвовал в неудачной попытке отбить захваченную Десептиконами лабораторию Альказавра, но практически не пострадал из ее взрыва. На базе он занялся починкой менее удачливых товарищей. Когда Оптимус Прайм получил серьезные повреждения в сражении за оружейный завод, Рэтчет помог отбуксировать пострадавшего на базу и занялся лечением. Он обнаружил, что космотрон автобота поврежден и поддерживал Прайма в активном состоянии, пока с Кибертрона не заставили новый. Тогда Рэтчет сразу же поставил лидера на ноги. Также был эпизод, когда Рэтчет играл в снежки, и было очень холодно, даже слишком. Аномалия ли какая? Все же это были Десептиконы. Рэтчет и Уолджик решили построить роботов-динозавров, что и сделали после получения одобрения Оптимуса Прайма. Когда свежесобранные диноботы разгромили базу, Рэтчет немедленно принялся за ремонт. В 2005 году Рэтчет вместе с Айронхайдом, Праулом и Брауном по просьбе Прайма вылетели на Землю, в город автоботов, чтобы привезти оттуда энергон, необходимый для проведения полномасштабной военной операции по освобождению Кибертрона от Десептиконов. Однако по пути к Земле Десептиконы напали на их шаттл. Все члены экипажа, включая и Рэтчета, погибли в бою. Голос в первом поколении озвучивал Дон Мессик. Ну и теперь можем перейти, конечно же, к фигуркам. Ох, и не думал, что столько будет информации об одном гештальте, хотя о самом гештальте слов-то было не очень-то много, а те, кто его составляет, было наоборот. Ладно, надеюсь, выпуск не получится на триллион секунд, и успеем всех раскрыть. Следующим будет Магна Босс. Есть, конечно, Магна Куб, это моб в Майнкрафте, а тут просто решили объединить два слова. Ну ладно. Магна Босс, пожалуй, лучший инструмент обучения. Когда Скайворп и Сантон не могут преподать урок своему юному подопечному Лио-младшему, объединение в Магна-босса делает свое дело. Объединив интеллект Скайворпа и доброту Сантона с храбростью Лио-младшего, в результате получился идеально сбалансированный воин, который за секунду достигает того, чего потребуются годы тренировок. Через Магна-босса Лио-младший предлагает взглянуть на то, каким воином он мог бы стать, если бы просто учился, тренировался. А через Магна-босса другие максималы, в том числе Лио-конвой, могут сами стать свидетелями максимального потенциала проблемного детеныша. Теперь биография из японского мультсериала Beast Wars 2. В долине львов на планете Гайя раненый конвой подвергся воздействию ангольской энергии во время его переформатирования в Лео-конвой. В качестве побочного эффекта его энергон-матрица была удвоена, и теперь он превратился в автономного львенка-максимала, которого назвали Лео-младшим. В своей первой битве Магна-босс выступил против Гальватрона, предоконского императора разрушения, который имел аналогичную связь с ангольской энергией Гайя. Джирч и Траст чувствовали себя недооцененными предоконами. Они попытались похитить Лео-младшего в качестве первого шага в своем плане по вытаскиванию и уничтожению Лео-конвоя. Однако их план так и не дошел до шага 2, поскольку Лео-младший сбежал и сформировал Магна-босса со своими наставниками, нанеся удар по Кибертрону. Удар по комбатронам. Несмотря на свои травмы, Магна-босс работал с Тасманией Кидом, чтобы противостоять Мальжину Зараку. Когда марсианский робот Амиссар прибыл на Гаю, он заявил, что способен остановить испорченную ангольскую энергию. Сантон, Скайворп и Лео-младший сформировали Магна-босса, чтобы заблокировать Лео-конвой, когда он доставил робота к материнскому компьютеру, необходимому для выполнения его задач. В роли Магна-босса трио помогло Лео-конвой и другим максималам прорваться через защиту материнского компьютера и остановить эмиссара от уничтожения всей жизни на планете. Когда они прибыли на Немезиду, Лео-конвой погрузил акваланга глубоко в ядро искусственной планеты, чтобы остановить поток ангольской энергии. Давайте здесь и остановимся, чтобы рассмотреть фигурки и перейти к следующему персонажу. А третий-то герой будет непростой. Он великий. Почему? Все очень-то просто. Потому что его зовут Грэнд Максимус.
Грэнд Максимус, младший брат верховного главнокомандующего автоботов Фортресс Максимус. Он был среди беженцев автоботов, которые покинули Кибертрон 4 миллиона лет назад под руководством своего брата. Умственные функции Гранда Максимуса содержатся в самом компоненте Гранд, который подключается к большому транссектору по имени Гранд, чтобы повысить его силу до нормального уровня трансформера. Как его брат, он пилотирует линкор Максимус, который служит вторым транссектором, с которым Гранд объединяется, образуя Гранд Максимус. Гранд Максимус значительно меньше своего титанического старшего брата, только немного выше бога Генрая в режиме робота и имеет место для пары комнат в человеческом масштабе, самое большое в его форме звездолета. Гранд кажется немного одиноким, который предпочитает уединение космического пространства, привязанности к какой-либо одной планете или команде. Став хедмастером, он решил не оставаться на мастере с другими трансформерами, а присоединиться к Металхауку, а позже стал бороться против десептиконов по всей Афинии и Чар. Перебиография по японскому мультсериалу Super God Master Force. В начале 21 века Гранд Максимус и его автоботы сражались с десептиконами где-то в космосе. Следуя командам Devil Z, силы десептиконов космического базирования организовали бомбардировку Земли метеоритами. Обеспокоенный Гранд отправил сообщение автоботам Металхаука на Земле, но, увы, пока дошло искаженное сообщение, метеоры уже упали на планету и нанесли огромный побочный ущерб. Когда космические автоботы обнаружили, что Блэк Зарак направляется на Землю, Гранд Максимус был отправлен, чтобы предупредить автобота Металхаука, где позже были битвы Блэка Зарака, бога Генрая и не только. Конечно, после всего Блэк Зарак сбежал. В последующей неделе Блэк Зарак овладел искусственно локализованной манипуляцией гравитации, что позволило ему создавать мощные черные дыры, которые он мог использовать для телепортации по галактике. Преследуя своего брата, Великий Максимус оказался в ловушке одной из этих черных дыр. Тем временем на Земле Диспекону удалось уничтожить базу автоботов, что побудило Генрая связаться с Гранд. Позже они объединились против Оверлорда и Блэка Зарака и победили их. А в самой последней финальной битве Генрай использовал свою атаку последней огненных кишек, чтобы окончательно уничтожить как Блэка Зарака, так и Дьявола Зи. Все транссекторы автоботов были оживлены, и вскоре Великий Максимус перевез их обратно в космос, чтобы они воссоединились со своими фракциями. Красивый, однако, финал. А теперь давайте перейдем к фигуркам и к последнему герою на данный выпуск. Что же, надеюсь, на этот раз видео не выйдет на полчаса. Ну, конечно, как получится, так получится, но мы переходим к финальному трансформеру, и таким образом мы сможем закончить сегодняшний выпуск. Его зовут Broadside. Имя, конечно, интересно, как и сам, но давайте в этом убедимся. Broadside – огромный неудачник. Он забытый автобот Triple Changer, который превращается либо в крошечный авианосец и реактивный самолет, либо в невероятно большой реактивный самолет и авианосец. Браутсайд тоже боится высоты и заболевает морской болезнью на воде. К счастью, как один из саботажников, Браутсайд почти постоянно выпускает шлак из десептиконов, что, вероятно, является хорошим выходом для любого разочарования. Биография из первого поколения. Когда Телетран 2 случайно упомянул в разговоре, что Трептикон – самое большое оружие массового уничтожения десептиконов, не был уничтожен, как все думали, Родимус Прайм послал Браутсайда Спрей исследовать место, где Трептикон упал в море. В то время, когда десептиконы совершали серию нападений на Японию, Браутсайд столкнулся с Девастатором и Предакингом в водах недалеко от рыбацкой деревни. Конечно, были другие приключения, но в сумме их не так-то много. Немножко биографии из комиксов IDW, но, конечно, можно его встретить и в других комиксах и мультсериалах, конечно же. Когда началась война, Браутсайд был одним из многих автоботов, которых то или иное время привлекали для присоединения к элитному боевому отряду, известному как саботажники. Со времен Браутсайд станет одним из самых продолжительных и выживших членов группы, чтобы поприветствовать Спрингера в его первый день. Под командованием Импактора он сражался с противоположным числом вредителей эскадрильи X и в их последнем конфликте на планете Пова в квадрате Редан. Около 400 лет назад Браутсайд пытался защитить территорию автоботов на Кибертроне от экспансии десептиконов. Позже, когда началось расширение, Браутсайд и саботажники прибыли на Карата-Вас, чтобы поддержать Ультрамагнуса и команду Арк-12, снова столкнувшись с Громокрылом. Несколько лет спустя Браутсайд был среди автоботов, собравшихся на Земле. Приняв форму линкора, он участвовал в объединенной атаке автоботов и Skywatch на комбатиконов в Северной Корее. В
В первом поколении озвучивал его Билл Мартин. Как ни странно, его кто-то озвучил. Ну и теперь рассмотрим фигурки. Ох, на этом точно все. Надеюсь, было не тяжело воспринимать данную информацию, потому что ее было, правда, много. В следующей части постараюсь, чтобы ее было немножечко меньше, так как это сложно, правда, монтировать и находить и всякое прочее. Давайте пока что на этом и остановимся. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Нажмите обязательно лайк для поддержки, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить самые свежие видео, чтобы приходили оповещения. И, конечно же, увидимся себя в новых свежих видео и в этой рубрике также. Всем спасибо, всем удачи и всем, конечно же, пока.